на 3 умножает руну, соответственно, 300, да? И до ботла можно не дожить, можно очень сильно просесть. Поэтому в мидл можно ставить каких-то более крутых героев, а алхимик отправлять именно вот на этот фарм. Ему также с фарма можно стакать, и он также потом пойдет и все это, все стаки заберет. Но если им помочь, он, в принципе, и так будет тоже хорош. Также ботла ему на мидл заедет, также он эти стаки будет забирать, но чуть он чуть хуже стал в миде, конечно. Да, ну... Самое главное, он уязвимый. То есть вот каждый раз его приходят, убивают, и в лес ему тяжелее уйти, потому что теперь на, за редентов, например, до стаков дольше бегать, и в принципе... Ну вот против Чена мы видели... Ну, Чен просто идет и ищет его в лесу, и убивает его в лесу. И он в итоге становится настолько слабенький, и как бы все еще хотят при этом качать боевого алхимика, то есть они качают либо в двойку монетку, либо в единичку. А если ты качаешь в единичку или в двойку, то тебе, ну, достать крайне тяжело. Тебе эти руны дают мало, крипы тебе дают мало. И пока ты ее не замаксил, ты догонять сильно не начнешь своих оппонентов. А максить как бы тоже слишком жадно получается. Ты если замаксил, то ты вообще в игре, считай, на 10 минут выбываешь, а в такой доте 10 минут это чуть ли не пол игры бывает. Но на дистанции обратная сторона, как ни странно, монеты или медали, как у алхимика это называется. На дистанции он денег больше имеет, потому что множитель руны стал 6. Да, вот, и множитель стал 6, и он побольше имеет. И, в общем-то, за крипов все так же много. Ему дают сейчас, надо писать, наверное, что у нас. Что у нас? Ну что у нас, стрим скоро должен, по идее, появиться. Там люди ждут, жаждут зрелищ и хлеба, и зрелищ. И снова хлеба. Да, ну и пока игроки нам как раз-таки пока тоже дают такую возможность. Там Рубику что-то нужно зарестартить. Его PC. Или компьютер. Или, о, или в смысле Steam. Ну, по лайну можно посмотреть пока, что у нас тут планируется. Вайпер в миде будет стоять против... Ну вот против алхимика он, видимо, будет стоять. Но алхимик же просто там умрет. Ему помощь нужна. Ему нужна помощь, и кто может им помочь? Ему может помочь ведь доктор. Или Абаддон даже. Ну ему надо. Надо хелпу. Срочно на этот мидл, потому что он реально, он заберет эту руну, если заберет вообще. Вообще, я видел на первом левеле, как алхимик забирает две руны. Не видел такого еще? Нет, такого я еще не видел. Короче, как это было? Идет жесткий замес на, ну, американская дота, там все дела. Этот, на верхнюю руну никто не пошел. Замес был 5 на 5 на нижней руне. Алхимик в этой драке забирает руну. С монеткой? Да, там, понятное дело. Уходит оттуда. Там на буквально там 100 хп и убегает на свой мидл. И потом понимает, что 5 героев против них еще дрались, и он бежит еще наверх. И оттуда еще забирает 1000 голды. Здравствуйте, я алхимик. Да, 1000 голды. Я не знаю, как это реально. Это очень много. Это можно купить себе сразу бутылку, топорик, какой-нибудь грейженный щиток и сапог почти. Почти сразу. Все. Ну, ты еще много выдал, но бутылка 700 стоила тогда, сейчас 60, ну... Ну, как бы у тебя 1000, у тебя еще плюс со старта еще что-то есть. Ну, топор, наверное, все-таки. Нет, топор, наверное, не нужен. Лучше ботл и ботинок сразу купить. Ну, вот ботл и ботинок, да, и получится, что у тебя уже бутылка ботинок с начала игры. Где такое вообще видано? Ну, и плюс ко всему, у тебя быстрее другие арты появляться начинают из-за этого. Логично, логично. Вернулся Рубик. Да, ребята, все, кто возвращаются на стрим, я не знаю, у меня почему-то упал Twitch, я не сразу заметил, он мне предательски не захотел ничего эксплит говорить, что, мол, все, там, конец кино. Вот, пока мы все это заметили. Но вы ничего, собственно, кроме драфта-то и не пропустили, и у нас тут только-только вот начинается игра. Ну что, пойдем по героям? Пойдем. Я, честно, не знаю, кто такой этот... кто на ком играет, ну, я, в принципе, представляю, кто там где играет, но вот, ну, только эйсы как... знаю. По нику только эйс. Эйс на гирокоптере, пингвинчик на алхимике, welcome to the... Куда welcome? Куда ты welcome? Slaughterhu. А, это вот, наверное, этот как раз-таки...
Там Рубика умирают. Хестуджи ротен. Да. Собственно... Да потому что нельзя так заходить, ставить варды. Да, он что-то как-то дико баканул. Так, ладно, Рэй играет на Вичдоктере, Зира играет на Бадоне. МГ 23 на Рубике, окей, на Арке, Зироджи, Дизрапторе, Дота 2, Бестмастер и свободный Мджетник играет на Вайпере. Это по-моему, Мич. Это Мич, походу, да. У его аватарка с Черезардом, это известная. Зма из Бунара. Свободный Мджетник. Это именно он. Так, ну что, Химик взял, конечно, ассист себе, взял руну, но с вайпером стоять он не может вообще никак, поэтому к нему приходит Вичдоктор. Хопа, хопа нужна, ему нужно крипов подобивать. Сейчас он тут просто двоих завалит, этот парень. Ну, Химик пока что тут что-то удается ему. Да нет, одного крипа можно подбивать на первых левлах, пока вайпер не такой крутой. Да, он может поплевать, но там есть Спурман Шилд, поэтому... И, господи, почему все умирают на карте? Герокоптер умирает. Рубик забирает герокоптер вместе с Бестом. Неплохо это, перетянулся. Я не знаю, как это они сделали. Он Бестмастер первого левела, он был без топоров. Просто с одним кабаном, просто на халяву как-то забрали этого герокоптера. Просто пошел ему щишуль, поломал на все хп. Ой, просто вайпер всех крипов тут почти побил. Три крипа удается забрать, 4-5 крипстату вайпера. И это только на первых левелах. Ну вот уже первый нейротоксин есть, уже мешает. Сейчас я бы взял второй нейротоксин на месте вайпера. И алхимик, ну вот он взял кожу себе, чтобы сжечь его от тучки. А вот алхимик начинает гореть. Собственно, кому от этой тучки больше дэмэджа, это большой вопрос. Ну да. Если вторую кожу возьмет, то... Ответ станет очевиден. Вайпер сейчас делает упор вообще на своих крипов, чтобы подинаить больше. А куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, вайпер? Ты чё, там, чем просяешь? Что хп, брат? Там Рубик выходил на помощь. Да, вайпер немного увлекся. Ну, сейчас он спокойно фласочкой отхилится. Все у него будет хорошо. Ну и, собственно, Рубик уходит наверх. Здесь алхимику, конечно, очень нужна следующая баунти руна. Он уже себе несет сапог, наверное, да? Ну, да, нет, ботл несет. Он себе принес фласку, как раз у него... Так, баунти руна забирает ее Рубик. Алхимик в печали. Есть реген. Ну, реген это, конечно, круто, но... Ну, вообще лучше сбегать за регеном, потому что реген тоже хороший буст для алхимика. Он может этой тучкой спамить. Ну да. Плохо. Плюс он сейчас вот бутылку заполнит. Да? Ботл стал вообще какой-то такой... Да. Юзлес? Ну да, сколько ты? 270 здоровья можешь пополнить, 180 маны это фулл ботл. Ну такое. Ну, так специально его очень долго резали. Я вспоминаю эти золотые времена, когда кто бы ни стоял в миде, ты стоишь там Магнусом против Квапы. А, ничего, купил себе бутылку, пошел ее обузить, курица не замедляется. Восстанавливаешь себе все вообще с этой бутылки. Ну да, все правильно. Сейчас, да не, надо этот ботл как-то убирать, потому что он реально слишком обузный. Играйте через фласки, там, кларити, через поставить дерево, срубить дерево. Да. 14 на 9 крипстат вайпера. Алхимик страдает. Он взял себе вторую монетку. Но... Да, алхимик на самом деле так страдает. У него мог быть все намного хуже. Сейчас у него 11-0 против 14-9. Ну, неплохо. Ну, более-менее, да. Более-менее на самом деле. Со второй монеткой он не проседает. У него даже денег чуть ли... Да, у него больше денег, чем у вайпера вон, по натворцам. Ну, первая баунти руна плюс монетка дает много все-таки. Да, и что-то вайпер тут дает добивать на самом деле. А он вот под тучей все делает. Да, ну, нормально. Уже и сапог себе притащил. Вот, пожалуйста. Да, и тучей добил катапульту. Сейчас еще баунти руну какую-нибудь взять вообще будет. Сейчас бы еще стаки бы увидеть от своих саппортов. Ну нет, стаков здесь не будет, потому что сверху у нас двое стоят, снизу тоже двое. Вичдоктор тут перепуливает на... Кстати, прикольно он перепулил. Интересно, как у него так получилось. В смысле? Ну сейчас любой пул можно так сделать, и правый, и левый. А, он вот проел здесь елку. Ну, само собой. Не в обход же. О, баунти руна, говорит Вичдоктор. И берет ее, конечно же. Потому что алхимику-то не нужна баунти руна. Очень странная игра. От Вичдоктора. Как-то я бы обиделся на месте алхимика за такие дела. Не суппорт совсем какой-то. Ну, он не сделал стаков вообще, он сейчас забрал его баунти руну. Ты чё, Пабло, что ли, руны в баунти забирать? Пабло, кстати, такого, по-моему, не делал. Наверху у нас выход на... Ой, как может подстрелять. Ой, подстрелять, нет. Сноубол, сверху Сларк и... последний удар. Да, забрал.
Тусик забрал, и Абадон еще к тому же забирает Дисраптора. Ну, в итоге по XP тут размен очень крутой получился. Потому что они убили, там сейчас посмотрим. У нас вот просто линия сдохла, ты понимаешь? Что у нас, да, два героя с одной стороны сдохло, два героя с другой стороны. Мы изменения в опыте. Ноль опыта на Logic Gaming заработали. Просто ноль из-за того, что на меди, Вайпер... Ой, алхимик умирает. Да. Увы, ах, алхимик умирает. Уже ничем ему тут и не поможешь. Ну, все, тут самое время идти подфармить немножечко стаков. А стаков-то и нет. Стаков нету. Стаков нету. Вот что делает Пейс-доктор, он сам. А, единственный стак, вот это меня всегда тоже радовало. Вот он, единственный стак, но его, видимо, Бист делает. Или ну, сам Бистмастер делает. Сделал. Ну, просто, подпулит. Как бы, когда получается, что этот стак единственный, алхимик туда идет, его там забирают, потому что он очень далеко. Мне из всей вот это изменение земли, вот это изменение больше всего нравится. Балансик. Да, забалансили слегка. Возвращает нас Дизраптора. То Дизраптора Таска. Ну, Таска здесь не убить. У него Абадон рядом, он еще вот прячется, накатывается. Они еще на развороте накрутится. А что, ты не хочешь на своего протона накинуть сразу, там, подхилить? Да, вот накинул, подхилил. Ну, сейчас может сам умереть. Вплотную, чтобы не подходить там. Денайся, Денайся, убивай его. На себя накинь, и его еще может убить. Ой-ой-ой. Вот про что я говорю. Красавчик какой. Красавчик, ловится. Дисраптор, да, забирает его. Но Сларка убить было важнее. Кстати говоря, тем временем параллельно умирает Бистмастер снизу, которого тоже... И Вич-доктор прогрейдился. Он ждет, ждет. Надо эту руну отдать. Хватит. Ну кинь, кинь. Ты должен кинуть. А если спрей, просто идти за эту руной. Ну все, 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 давай, дуй. Все, добил и побежал. Тебе наконец-то оставляют эту баунти руну. Она, кстати говоря, уже будет множиться на 4, а не на 3. Это порядка 200 голды, опять же. Плюс-минус, да, где-то там 200 с плюсом. Ты можешь сразу завязать, в принципе. Сейчас мы узнаем, сколько он получит. А он, кстати, грамотно делает. Он ждет копит, ее... Копит, да. Копит ее в бутылке, но в итоге все равно ее занул. 252. Неплохо за баунти руну. И сам себе делает стак. Этот стак, видимо, попроще сейчас сделал. Да, раньше его гораздо тяжелее было делать. Сейчас прям приятный стал. У нас баланс на игра такая. Обоюдные киллы. С графиками все нормально. Ой, я еще... Не попал. Мисс координация была. Мисс коммуникейшн. Да, Бист успел выйти. Так, ну и можно на Творца посмотреть. Вайпер с алхимиком наравне идут. Не очень приятная ситуация для Вайпера. Вайпер крипов бьет, алхимик руну забирает. Кстати говоря, о рунах следующее уже на подходе. Да, ну, сейчас еще одно на баунти пропереться будет неплохо. У Вайпера никакой возможности нет потом что-то где-то быстро стаки какие-то нафармить. Он вообще для этого не создан. Да, алхимику хочет сделать стак. Ну и на нижней руне я бы опять на самом деле собрался. Там, конечно, может и не появится, но в любом случае. Нет, алхимик что-то передумал. Приходит мид, кидает тучу, пошел. Ну на верхней нельзя ходить, алхимик. У тебя нет вижена. На нижней руне твой саппорт и братишки стоят. А, но туда уже идет кабан и разобьют баунти руну. Если сконтролит. Я не знаю, ну, ты... Надо за руной ходить на свою легкую. Бистмастер ее забрал. Мог успеть, если бы сразу пришел алхимик, он бы забрал здесь эту руну. Да, конечно. Я не знаю, зачем идти на верхнюю, где ты ничего не видишь, где вражеские суппорты могут подойти, где тебе вайпер может отрезать. Чем ты вообще ходишь на эту верхнюю руну? Собственно, продолжается у нас тут на миде. Вайпер чуть-чуть отрывается, конечно. Алхимик себе приносит ПТ, обузит ботл. Плюс ко всему у него есть ульта, с помощью которой мана тоже потихоньку тикает. Интересно, что... Да, что будет делать дальше алхимик? Будет, как он будет качаться? Будет ли он качать стан себе? Ну, ребята, в смоке. О, спалился Рубик. Да ему стакать надо. Ну что ты, крипы на чужом хайграунде, что ты делаешь? Иди стакай крипов. Стакай и убивай их. О. Так, накинул тучку, застакается ли здесь спаун? Нет. Затупили уже крипы. Заходит, летит к нему обратно ботл. Есть ульт. И пошел. Че, отобьется, еще раз забузит через чикен. Нет? Да, да. Я думаю, что да. Нет. Вайпер тем временем забирает Тускара. На топе у нас продолжается драка. Боже, тут такая драка была. Просто дикий замес какой-то. Пока мы там смотрели на этого несчастного алхимика. Возвращает Абадона, Абадон с ультой, его уже не убьешь, он может... Да не, ульта, ребят. Да.
Я бы на месте его еще остался в Я этой бы на месте стоял. Его развернулся, я бы одного этого и дизраптора убил. Так, и что у нас наверху? Гирыч, Сларк, Вайпер умирают. Размен явно в пользу команды Дэниш Бирс, потому что у них не умирает мидер. Мидер у них продолжает фармить. Это видно по нетворсу, что Алхимик опять у нас Вайпера догнал в очередной раз. Да, начинает вкачивать... А, ну понятно, он будет делать армлет. Нормальный будет Алхимик у нас. Армлет, там блин какой-то может. Ну а потом Мьёльнир из этой серии. Так, вот забирает дабл дэмэдж. И пойдет фармить свои стаки опять. А стаки ну, он зафармил уже, у меня нет стаков. Стаки зафармил, стаков нету. Саппорты не помогают. Да, ну хоть туда. Гирокоптер опять на топ. Так, приходит Вайпер. Прыгает на Химика. Химик заряжает банку. Ну-ну-ну, спасать щиточек. Вот. И догорел. Да, увы. Увы, стан, а. Может, стан дать. Вайпер мека уже. Его трудно пробить. Сейчас еще будет забирать, еще пойдет убивать. Пойдет. Далеко, далеко идешь. Далеко, далеко, Вайпер. Меки нет. Стики мека. Мека есть. Снизу тем временем у нас пушится вышка бестмастером дистраптором. На мид продолжается драка. Здесь тусик. Сларк больно. Сларк минус. Сларк минус. Тускар. Последняя тычка от Вайпера и от Яда догорел. Рубик должен дать еще и нет, Вайпер. Нет! Господи, как же Абадон сейвит их? Как же Абадон сейчас засейвил? Ребята, жребите. Да. Квин прилетел вниз, его сразу телепортнули на базу. Кто прилетел? Химик? Ну, Алхимик, да. Квинчик. Ну, надо же лететь с этим запасиком. Снизу тавр должен падать. Ой, да. На чём вы не добили-то? Ну, ребят, ну зачем вы так за динайт отдаёте? Ну, он пару ударов сделал, пока он летит. Ну вот, испугались. И гирокоптер пошел за ними. Гирокоптер соло вообще гонит. Они уйдут от него просто, два телепорта. Ну, без мастера. Они даже еще будут убивать, смотри, в ответку. Ой-ой-ой. Как же они развели. Какая-то игра разведения у нас. Просто все друг друга разводят, все обманывают, какие-то контр-мувы. Ну, тут какая-то более слабая дота по сравнению с предыдущей парой. Ну, там-то да, там как бы были ошибки, но там они смотрелись как вообще, там небольшая ошибочка смотрелась как из ряда вон. А здесь просто, так, вот, возвращают Химик. Химика. Ну, сейчас Абадон еще его идет лечить. Палку ставить надо, палку. Лечил Химика, не успел развернуться, вообще ничего не сделал, все битые. В итоге запирают, не запирают ничего, Тускар все просто испортил. О, на самом деле могли успеть еще и Химика засейвить. Там Абадон чуть бы подхилил, еще щиточек какой-нибудь. Он просто не развернулся к нему лицом, пока моделька поворачивалась героя. Химик умер. Вполне мог успеть. Да. 9-11. 9-1-1 у нас. NLG отыгрываются и выходят уже вперед знатно. Вайпер жирнеет все больше и больше. Пенетворс очень далеко ушел вперед. Так, Абадон находит Рубика. Будет за ним гнаться. Есть меч, если один раз ударит, то, скорее всего, убьет. Видит нет, его. Там сейчас будет подкинуть и телепорт надо делать. Ох, как было близко-то, а. В следующий раз Рубик надо откидывать дальше от себя таких ребят. Да, он побоялся, что... Ты ну, просто, короче, поднимаешь, откидываешь, телепортируешься. Сразу нажал телепорт. Ну, чуть не умер. В следующий раз был бы Койл третьего левела, допустим, убил бы. А, бестмастер фармит стаки топориками. Да, кстати, для беста тоже приятная такая нычка. Еще сверху бы себе стаков поделал кабанами. Ну, что-то как-то бестмастеры разленились со стаками кабанами. Парни играют через алхимик и просто не делают ему стаки. Просто не делают. У них нет нигде стаков. Просто нигде. Да, алхимик сам по себе. И он в итоге страдает. У него 0-3. Говорит, иди сам себе стакай. Ну, да. Он даже, ну, он даже не стакает, он фармит в основном. Вот сейчас застакает. Таск у нас стреет. Скорее всего, Абадон в Сайленс ТП-шнется, да. Да, в Сайленсе, даже если ты с ультом включенным, ничего не помогает. Сам ты, конечно, не умрешь. Но тем не менее. Так, ну и что у нас? На нижней линии Гирыч продолжает фармить, но немножко ему страшно здесь, потому что может какой-то и Сларк на него напасть, и Бист рядом со станом. И помощи никакой. Ну, Рубик шестой взял, кстати говоря. У Бадона бы что-нибудь украсть. Было вообще неплохо. Ну, все стулы полезные.
Ну, сейчас Макшины там хил будет. Выход у нас на Вайпера. Ну, блин, ну не на Вайпера же. Еще и Малетик-то не попал по нему. И Вич-Доктор умирает. Ирыч дает раскаст. Ну, допустим, Вайпера вы забрали. Или нет? Его засейвили. Скорее всего, добьют. Его добивают, да, вместе с Рубиком, который подворовал Сноубол. Ну да, Вич-Доктор вообще, я не знаю, зачем ты это Мальдик кидаешь, что подходишь вплотную первый левел, он издалека мог бы кинуть каски уже, там вместе с, через крипа бы они прыгали. Но не попал им. Вот, и просто с ульты замял так, бы. Так, Дисраптор против Абадона. Абадон тут бегает, машет своим мечом огромным. Абадон один из самых неприятных вообще героев, которые есть, просто неприятен. Ну, против него играть противно. Да, тяжело. Он вроде как бы и не сейвит, как ультимативно, там, как тот же Дазл или Оракул. Но вот эти вот подхилы, подхилы. Постоянные причем. Да, очень маленький кулдаун на все. Меч, который не отображается почему-то в этом моде. Что, алхимик? Армлет of Mortigan. Готов у него, да? Ну, как бы армлет есть, отлично. Но 8 армора пока что... Да и вообще, по сравнению с Вайпером, ну, не боец. Этот армлет ему так много не дает. Это не какой-нибудь лайфстиллер, который там мог бы сгрызть. Это пока. Пока да. Но посмотрим, что он там будет докупать. Нужно еще много золота в любом случае. Там пытаются ему сделать стаки на этот раз, но теперь и просто не получается уже. Просто пятером в меди тусуется. Вот смотрите, что происходит. Вот 5 героев в меди. Один здесь фармит, другой здесь фармит. Они проседают сейчас очень сильно. Тусовка в миде. Да, еще Рубик бегает, руны богатства забирает. Но они их перефармливают на пустом месте сейчас. И надо поэтому расходиться, все стакать, все фармить. И не надо так в миде стоять. Так, вот алхимик пришел. Наконец-то крипы. У него воруют тучку. Его поднимают. Ему закидывают тучку. Ой-ой-ой-ой-ой, очки. Сейчас. С дабл дэмэджем под армлет. Нет, с дабл дэмэджем что-то не очень хочется с ним биться. Еще бы тычечка и... Товарищ Сларк ушел бы в Мираной. Да, он там причем от тучи чуть не догорел. Ну, это просто дабл дэмэдж. Сларк, интересно, будет ли брать у нас здесь какой-то себе Silver Edge или Shadow Blade хотя бы вообще для начала. Или просто пойдет в Блинк. Пока не ясно. Ну, мне кажется, Блинк бы здесь мог неплохо зайти. Что вот неприятное для Абадона, по-моему, от Паунса его не спасает. Апотик Шилд. Причем я никогда не понимал, почему. Какой такой логики? Так, нападение на Вайпера. Опять все в Вайпера. Вайперу очень больно. Тучка. Ой, как его взорвали. Ну, вообще, конечно, нападать на Вайпера это риск, но, блин, что-то его вообще тут никто не поддерживает. Вайпер не взрывает. Почему риск-то? Ну да, когда он один. Вот так. Еще и Рубика смяли. И Рубик. Shadow Blade тем временем у Сларка. Вот и минус Middle Tower. Еще так, минус... а вот еще и Disruptor поймали. Минус Disruptor. Давай, 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 давай. ConveyorGaming. Точка да. Точка да. ConveyorGaming. Да. Но они же Danish Beers. Точка D. Да, забирают вышку. 1000 монет за вышку, 1000 монет за фраги. В итоге все преимущество отыграно. Химик собирает руну богатства, покупает себе уже блинк. Уже он обогнал внезапно Вайпера. Нашел стак, который кто-то сделал. И он этому, безусловно, рад. Еще немного подфармил. Ну, 140 дэмэджа уже неплохо. С блинком сейчас будет. Но нужен какой-то минус армор еще. Там Solar Crest, может быть. Сларку нужно искать сейчас халяву вот эту. Вич-доктора и так далее. Ему надо реализовывать свой Shadow Blade. Да, Shadow Blade он как-то пока что просто фармит с ним, причем уже запалил его. Ну как Сларк делает обычно? Он фармит этот Shadow Blade и быстро идет реализовывать этот Shadow Blade на том килле в соло. Получает там какой-то большой сразу левел после этого килла. Ну, с Абадоном не надо драться. Тяжело, да, с Абадоном. Он тебя с Shadow Blade разорвет. Выход, выход, выход у нас с даггером. Shadow Blade уходит. Да, но бомба станет. Да, сразу же. Кстати говоря, комбинация прикольная. Если алхимик себя даже застанил, можно с него снять апотик шилдом. Да, прикольно. Станчик. Получается. Потому что алхимику, конечно, иногда встревает. Ему хочется подольше позаряжать банку зачастую. Или просто от него все разбегаются. Ну, в этой игре такое вполне вероятно. Так, Рубик ворует у нас бараш. Не лучший спелл.
И опять алхимик у нас против Сларка, только уже на верхней линии. Место встречи изменить нельзя. Третий нихера, прямо райт-кликом как-то покупает себе бесмастер. Были у него первые, прям еще два свитка. Так, ну это уже интересно. С третьими играми можно что-то делать. На самом деле, можно эти таура поломать, потому что у тебя есть вайпер с мехой. Вот толстый, довольно-таки четвертый пассивка, 12 левел большой. У тебя есть третий некра. Если ты пятером соберешься, то ты будешь намного сильнее. И как раз таки там какой-нибудь Сларк может вырезать из-под таура ребят в спину. Ну, видимо, они собираются что-то подобное делать. Ну, БКБ у гирокоптера еще есть, вот чего. 9-3, кстати, он имеет счет, я что-то так потерял его из виду. Ну, он да. Много убивал, он все киллы практически собрал. Ace of Base. Эйс у нас пошел. И выход на Рошана. Моментальный от NLG. Вот это преимущество стороны Дайр. Что когда ты видишь, что идут на твой топ-таур, пушить его, сразу можешь пойти и забрать Рошана. Да, здесь долго стягивается. Если здесь можно было бы сделать на тир 2, даже на тир 3 телепорт, то здесь, конечно, на несколько секунд дольше. Ну, Рошан уже точно упадет в размен на вышку. А, вышку уже забрали, и все идут на Рошана. Попытаются там, ну хотя бы попытаются там, типа, подраться после Рошана. Есть хоста, Кирыч. А могут. Хоста, Рубик, ловят. Могут его здесь попробовать забрать. Его закрывают. Да, забирает алхимик в итоге. Последний тычка. Еще цепляют вайпер. У него есть вайпер Аегис убивать второй раз, пока растпэшились. Без мастера нету. У него ультимейт сильный сейчас. Снизу там баражами наваливает. Дизраптор сейчас может дать ульту, поставить очень хорошую по всем. По всем кинетик филд ульту, смотри. Ну, успел выбежать алхимик. В итоге возвращают Вич-доктора. Вич-доктор пытается заплевать. Вич-доктор включает хил. Вайпера стирают. Сларк здесь же. Сларк отхиливает Вич-доктора. Сларк ловит банку. Ну и отхиливается из-за того, что в темноте. Здесь кинетик филд. Как минимум, приходит сюда еще и Рубик, и скорее всего его тоже будут забирать. Да, сейчас его просто на фейзах будет догонять гирокоптер, а тебе уже нечем отбиваться. Друг друга баражируют. Дабл килл делает гирокоптер. И ну, еще да. Идут Сларк здесь же. Опять у нас ульт гирокоптера. Сларк начинает бить Гирыча, но Гирыч разбомбил несчастного бестмастера. Есть некрачи, нужно забирать некрачей. Они пытаются зафокусить. Сларк должен прыгать. Ну, куда ты, Сларк, прыгаешь? Ну там Абадон, ну нельзя так прыгать. Ну там же, господи, ой. Там же Абадон. Абадон, ну тупо пол игры делает. Гирокоптер. Ультракилл от гирокоптера. Файт рекап, вот он, пожалуйста, на ваших экранах. Наверное, ну, кого забрали? Забрали дважды вайпера, это уже 6. Забрали дважды Рубика, это 7. И, ну, 7 киллов. Бестмастера вроде один только раз забирали. Да-да, вот шестерку по опыту просто вверх подняли. 7, просто 7 киллов делают и отдают только одного вич-доктора там где-то. Я не знаю, почему бестмастер сразу начал тпшиться на базу. Могли бы там подраться. Вайпер пошел бы танчить это все. Дизраптор тоже как-то странно. Да, в итоге по одному подрались. Вайпер-то, кстати, нормально первый раз танчил. Очень даже неплохо. Ну что, и теперь гирокоптер 3600. Владимир покупает Абадон. 1200 есть у Тусика. Вич-доктор. Ну, самое большое количество денег гирокоптер поднял. Ну и алхимик, у которого... Яшу купил Герыч. Я не понимаю, сэш. Почему топоры не докачивают на бестмастере. Зачем берут эту пассивку? Ауру. Ауру, да, на 15 хватает ауры. А лучше с дэмэдж бы, с топоров бы был. Так, сержин Яш есть у химика. Рубик. Может стрять сейчас, да, точно стрять. Стрелять. Никуда он не уйдет. Все, его забутербродили. Просто здесь его... поработили. Ну, датский медведь набирает преимущество. Алхимика уже на творчик так посмотрим. Ну, не очень круто, но с каждым моментом, пока ему дают бить крипов, и его никто не трогает, он все сильнее и сильнее отрывается. Ну, в общем, по графикам уже очень круто, потому что Гирыч и Алхимик оторвались довольно-таки неплохо. И Тусик догнал Биста. Ну, почти догнал. Бист, конечно, с третьими некрами силен, но у Тусика сейчас тоже появляется много всего интересного. Сейчас гирокоптер с Энджин Яшей будет. Он вот купился ранее БКБ, но оно окупилось полностью после этой драки. То, это, наверное, самая вообще окупаемая фаст БКБ за последнее время, которое я видел. Гирокоптер Манта ставил. А, он Манту купил себе. Так, и если Джиньяш на вайпере тоже появляется, что у нас там у Сларка, Скади, Дота 2. Ультимейт...
торп. Поехали. Закатываются в беста. Беста. Станет беста. Беста. Нужно хилить. В итоге беста взрывают. Ставится палка вич-доктора. Его забрал. Нет, ультимейта у алхимика. Сейчас как все плохо. Как все плохо. Ой, какой шикарный статик. Шторм. Герокоптер. Умирает. Убивает Рубика флэкэнном. Просто тпшится отсюда. Абадон. Сноуболи сидит у нас. Тускар. Врывается в... Можно, может, кстати, добить было бы Сларка, если бы Абадон не улетел. Не добил бы. Если бы Абадон не улетел, тоже нет. Ну, в общем, в итоге очень хороший выход удается. 4 на 3 размен, 3000 выигрывают No Logic Gaming. Хороший рассказ от Disruptor получился. Просто ульт алхимика в КД и без БКБ Герокоптер. Это бы решало сейчас слишком сильно. Да, так вот на пустом месте можно отдавать. Так, ну и что у нас? Кто у нас? Сларк спустил с небес на землю богоподобного герокоптера. И у Сларка сколько у нас денежек? 2700. Сейчас в скаде быстро выйдет. Манта, кстати говоря, доделалась. Герыча. Манта доделалась, но я не знаю, нужна ли эта манта здесь. Манта. Ну, в принципе, против иллюзий не так много чего есть. А сбрасывать что-то? Ну вот сбрасывать что-то — это вопрос большой. Разве что там, я не знаю, пока замахивается бист, ему как-то мешать, но это очень тяжело сделать. Да, с биста можно Фотик Шелдом всегда скинуть. Или если так. Абадон под рукой. Или так. Ну и алхимик фармит Кирасу, естественно. Ну, в общем-то, они проиграли, конечно, и проиграли довольно-таки много сейчас. Мы видим порядка 4000, и все же остаются впереди. Датские медведи, они идут пушить. Теперь у них есть дофармленная манта, БКБ, ульт алхимика. Да, алхимик теперь несколько раз подумает, прежде чем нажимать. Да. Поехали. Был бы он с ультой, там бы в салат была драка бы, а так... Так нет. Забирают вышку номер один. Идут дальше. В этот момент им пушат две линии. Но не ахти как. Два флоуха товара, вот только сверху чуть покоцанный. Ну, они должны забирать тавер и еще должны успеть, наверное, задефить, может быть. Сейчас посмотрим. Глиф есть. Если все телепорт начнут делать, они... Они хотят идти дальше. А, просто дальше. Ну, давайте, давайте, ребятушки. Да, только-только сломали тир 2. А здесь уже заходят, сразу тпшатся все. А что, побейте еще, урок-то что, не хотите? Ложи, все, есть вроде. Не хотят бояться дисраптора. И бист в итоге сломал еще и в миди тавер. Ну, плохо поменялись. Забрали тир 1, тир 2, 2 тир 2 отдали. На разных линиях. Бист хорошо сыграл. Ой, как долго летит. Ой, как долго летит. Куда ж ты тпшишься? А, сбить, сбить нечем. Ну и что у нас? Скади готовы на Сларке? Да, глазик есть. Интересно так вот наблюдать. Скади первым итом без Сенжин Яши, без вообще... Ну, Shadow Blade есть. Ну, Shadow Blade, Скади, это нормально. Для Сларка самое то. Я бы на месте сейчас баттерфляй делал. Да, физики довольно много. Палка Вич-Доктора, удара Химика, тучка Химика, банка Химика, удара Герокоптера. От всего этого защищает. Очень здорово бабочка. Так, и вот сейчас Сларк, кстати говоря, могут подцепить. Сларк. Сларк очень трудно поймать, если в него... Если он успел поражать свой Dark Pact. А чем его вообще тут, если не успевает? Ну, вот алхимик стан успеть, если. Не, скорее надо каким-то Рубиком, наверное. А, Рубик в его команде, господи. Тусиком, может быть, как-то вверх, тут, потом сноубол. Ну, Тусик, он прожмет. Нужно вот стан алхимика очень быстро кинуть, прям блинк вплотную, и тогда под тучу он быстро попадет. А так, конечно, его цеплять нечем. Он как антимаг с предыдущей игры, которого тоже, в принципе, цеплять нечем, но антимаг такой проигрывает. Да, очень странно. Ну, там, очень стран... там странный выбор артефактов. Ну, просто потому, что он потом эти артефакты чуть ли не половину продал. И в итоге часть из которых он продал, не очень хорошая была идея их продавать. Ну и плюс мы отмечали очень много ошибок. Там было в таких моментах. Там, фида какого-то совершенно ненужного. Керри должен знать не просто по шаблонам каким-то артефакты собирать, а что в данной ситуации нужно больше твоему герою. Когда ты просто собираешь ахинею, когда у тебя половина артефактов юзлесы, то это плохой керри. Вот такие вот, как это сказать-то, аксиомы. Да не, ну
должно быть все как-то на высоте. Ты должен бить крипов нормально, ты должен и двигаться хорошо, умирать мало. Ну, типа, такой идеальный керри. И выбор артефактов тебе никто не должен подсказывать. Ты играешь на своих героях, ты на них тренируешься в пабликах там с командой, и ты должен знать, какие артефакты ты должен собирать во всех ситуациях. Тебе никакой капитан и там никто из игроков не должен ничего подсказывать. Так, ну и вот, Рошан появляется через несколько секунд. Забрали вышку. Отличные варды стоят у NoLogic Gaming. Они все абсолютно видели. Но они не видят Рошана. Да, ну Рошан действительно не видит. Но и сейчас отсюда могут уйти еще. Рошан есть. Появился у нас Дед Мороз. В этой шапке. Как не вовремя ушли-то, а? И никакого контроля не оставили при этом. Надо отпушивать. Сплитпушит их. Бестмастер сплитпушит их. Сларк. А, без блинком. Вовсю тут уже пушат. Нужно, конечно, ему аккуратнее быть, ни в коем случае химику не отдавать своих кабанов. Химик. А с Ассамблеи, по-хорошему, у химика есть кераса. Да. Но она, типа, вот, наверное, полетел чикен за керасой. Так, цепляют Абадона. Абадон, ой, какие шарды. Ой, какие шарды. Неплохие. Абадон живет. Гирокоптер. Заивейдил Вайпер Страйк мантой. Вот это было очень круто. Ах, вот от чего нужно было манта стайл. Только да. Пойзен от этого. От Вайпер Страйка. Вайпер Страйк, то есть, да. Так, тем временем, вот эта курица. Вот эта курица. Которая мансует. И Бист бежит за ней. Он сейчас в нее ультанет. Он сейчас в нее... Он сбил курицу с фуловой керасой. Ультит в алхимика. Алхимика просто изничтожают. Это называется просто вот вард на горке, который сделал игру. Ну, Бист, да. Бист сбил курицу с керасой. Алхимика есть байбек, но у него кераса в куре. Браво, что можно сказать. Ну да. Ну и Рошану в итоге забирают. На ровном месте. Алхимик байбекается. Но керасы у тебя нету. Кераса просто нету. Просто вот преимущество сейчас у Даниш Берс там 3000. Ну, а считайте... у Айкера кераса есть. Да, считайте, на самом деле у вас отставание. Ни крача никто не хочет убивать. В итоге Гирч берет на себя эту непростую миссию. Ну не пошли на Рош. Не пошли. Да не, просто сами могут пойти на Роша. Датские медведи. Да, они вот как раз и идут на Рошана. Уже начинает сплитпушить потихонечку. Здесь. Алхимик должен нас подходить. Зря он потратил тучу, на самом деле. Куда он его там потратил? На крипов, что ли? На крипов снизу, чтобы отпушить, он до сих пор висит. Да, действительно. Я в это время мидл просто сплитпушит. Сейчас да. По третьей некратам. А нет, через 20 секунд кулдаун у них. Очень крутой делают NLG выход. Део Сларка, какая же у него скорость атаки, у него там 20. А не смотри, и Рошана надо добить вроде, да? И у алхимика телепорт. Хорошо, что открыли все. Бараки-то падают. Как все круто сделали NLG. Просто какой тайминг словили идеальный. Ой, как Сларк сейчас. Нет, все-таки Сларк не уходит. Да и фиг забирают. С ним. Барак минус. Да, бараки убить. Барак. Бараки убить важно было в такой ситуации. Ну и как и в любой ситуации. Но, конечно, что-то алхимик начудил, по-моему, вот курицы с керасой, с тучей. Кинул бы тучу раньше, забрали бы этого Рошана, кинул ее на крипов в итоге куда-то. Они Рошана били вообще без минус армора. Ни медальки, ни тучи. По-честному. Вообще ничего нету. По-честному, да. Да вообще Рошана реально надо сделать, чтобы на него вообще ничего не работало. Ни минус армор, ни станы, ничего. Ты просто его должен приходить и с рук пинать. Это будет по-честному. Так, ну что, химик у нас. 17 тысяч. По-прежнему преимущество сохраняют Даниш Бирс, но оно очень маленькое. Что там у Сларка? Сларка 3500. Ну, может быть, и выйдет в бабочку. Может быть, в какой-то бушерочек пойдет. У нас Гирокоптер в бабочку скоро выйдет через 900 голды. Это будет бабочка, это будет кераса, когда она появится через 20 секунд. Это будет... Что у нас еще такого полезного? Абадон. Абадон форстафчик будет. Глиммер Кейп, урона Вич Доктора, наверное, Вагадим. Надо будет парню выходить. А у НЛЖ что по этому? Кераса, Мекка, Сэнджиняшу, Вайперу, Бестмастер, только третий некраб. Блинк, 2700 денег сверху, еще можно что-то прикупить. Мне кажется, ауры какие-то надо, все-таки там Владимиры. Ну да. Снизу забирают тем временем вышку. Сверху тоже забирают. Ну, очень неплохо сплитит NLG. Прям вообще
Замечательно. Есть ли ТПшки? Да, ТПшки имеются. Но, видимо, не у Вездёктора есть. У Гирыча нету ТП. Если сейчас второй барак упадет на пустом месте, я буду смеяться. Он выкладывает барабаны, чтобы взять ТП. В итоге берет ТП. Да, без ТП это весело. И алхимик покупает башер. Ну, Кираста уже есть, да. Да, сейчас ботл скинет. Алхимика... Мьёлнира реально не хватает. Был бы Мьёлнир, было бы круто. Ну, я думаю, он сделает Эбисал, а возможно, после этого и какой-нибудь Мьёлнир добавит. Нет, дальше уже, наверное, ну, какую-нибудь МКБшку нужно добавлять будет. Мьёлнир уже будет не так круто. Ну, реально, кто там у них? Баттерфляя пока никто не планирует собирать. Может, даже и не будут. Так, Рубик тем временем уходит, его пытаются зацепить. Его поймают. Да. Бам-бам-бам. Бам-бам, бегал. Плюс 30 бонусных голды получает алхимик за Рубика. Как за крепочка. Так, ну и через 2 минуты пропадет у нас Аеги сверху. Сверху, умжетник. Тоже минус. Да. Что у нас по байбекам? Вайпер байбек и есть, Рубик байбек нет. Сларк, нападение на гирокоптера. Гирокоптер есть БКБ. Сларк продолжает здесь рубиться. Есть ульта, использует ульт, делает телепорт. Бестмастер ультует в кого-то. В алхимика, наверное, но ему сразу же апотик шелдом снимает. Просто прокликай, где умерли три героя. Вот смотри, щелкни на Рубика. Он умер в миде. Бестмастер умер внизу, и Вайпер умер на топе. Почему они так сделали? Это бермудский вопрос. Треугольник прям какой-то получается. Такой прямой угол. Говорит, ребят, дайте фиданем на всей карте. Да, ну и после этого они как бы за сплитпушить пытались, кстати говоря, почти снесли вышку. После этого-то они еще больше начинают проигрывать, и Гирыч уже с бабочкой. Ну, тут надо, мне кажется, идти просто в лоб. Так. Что-то можно, ворует. Можно и в лоб. А до Икса там чуть остается. Ну, сейчас закончится, но Гирычу, по-моему, это даже неплохо, потому что он как раз пополнится. Рубик Эсид Спрей украл, вот это будет жестко. Сейчас они им трудно будет очень заходить. Да, кладется Acid Spray. Химик, конечно, уже рубит под Кирасы и третьим ультимейтом очень быстро. Поднимают его в воздух, опускают. Начинают фокусить. Fortification. Сларк тем временем. Сларк с ТПшечкой взял себе Eagle Song. Идет дальше. Становится Сайленс на гирокоптер. Можно неплохо напасть. Гирокоптер не жмет по КБ. Ну, Аегис. Аегис все еще вайпера. Есть. А, вайпер. Ставят вайпера. Аегис все еще действует. Так, ставится туча. Туча это непонятно вообще чья. Забирают. Боже мой, неужели Аегис все еще действует? Надо драться, надо LG хватать, потому что Сларка тупо кушает вверх. Надо драться. Да, гирокоптер включает БКБ, тут же получает ультимейт. Нету здесь апотек шилда. Алхимик врывается, разрывает дисраптора. Дисраптор байбекается. Сларк тем временем забил тускара и ломает бараки. Нужно не отпускать, нужно сбивать телепорт. Сбивает телепорт Вич-доктору. Отступают. Телепорт есть у... Возвращают только, гирокоптера. Только у гирокоптера телепорт есть. Ой-ой-ой, алхимик, стан по двоим, забирает Рубика. Гирокоптер делает телепорт. Тем временем бараки падают. Да, забирает бараки. И паунс мимо. Но выживет. Выживет, выживает. Еле-еле, просто на грани фола. В этот момент Вич-доктор стоит под глиммеркейпом, уничтожает вайпера. Боже мой, Вич-доктор тяжело... сейчас райт-кликом купит. Нет, не купит. Забирает. Сейчас смотри, еще этому накрутится. Сейчас Маледик накинет третий. Смотри. Да и без него бы забрал, наверное. Он просто в Саляндру тут. Смотри, еще сейчас валит. И ракета прилетает с другого смотри, конца смотри, карты. Уходит, брат. Беги. Смотри, сейчас каски на развороте будут. Он прыгнет и каски на развороте будут. Да. Каски. Нет. Слишком много дамеджа. Мастер еще хорошо сделал, что отблинковался от него. Так вот, посмотрим, может было. Да, Вич-доктор доминейтинг забирает. Посмотри, вот просто Вич-доктор нанес 2000 урона. Он убил вайпера, он убил дисраптора. Офигеть. У него 400 денег. Он может купить себе райт-кликом аганим. Да, пока ресница как раз натикает на аганим. И аганим здесь, конечно, много даст. Ну, как аганим в любой очень игре. Крутой будет, то что аганим тут сбивать может только Рубик. Ну, дизраптор самый такой мерзкий персонаж. Ну и бестмастер. Да. Тем не менее, бараки упали сверху. Все-таки Сларк там сделал свое дело. Смотри, сколько джавелинов в курьере лежит у Radiant. У Danish Bears.
Хотя МКБшки тупо. Против Сларка, да. Так, одно что-то продало кто-то. Что, зачем вы продали один джавелин? Может, мисклик был? Может, он три купил? И один сейчас продал. Но это было бы не очень круто. Да, ему, может, не хватает на МКБ-то. Я думаю, он сейчас накопит себе, курица там будет висеть. Да, Бестмастер покупает все-таки вот этот таурный Владмерс. Да надо добавлять. Это уже в лейт уходит, ауры в лейте очень сильно решают. Когда у тебя там всего много, уже атаки много, дает 15% дополнительного урона в ауре. Да, все, курица у нас повисла, что-то повисло, не отлетит обратно, ну... Кирокоптер 2200, 150 голды остается, сейчас Эйшн это нафармит, принесет 7 кб, курица слетает в магазин, до базы, принесет аканим вич-доктору. Ну давай, быстрее, давай. Да, вот на МКБ. Так, тем временем у нас на миде тут Сларк, подцепили его, минус ультимейт. Еще могут зацепить Дисраптора, но нет, он успел. Я бы чуть похолбился бы, я бы подождал бы. Отпушил бы низ, это во-первых, потому что третью сторону нельзя терять. Там, тут аура 72 хп. Во-вторых, подождал бы аганим весь доктора. Это очень полезный сейчас артефакт. Так, Рубик с блинком. Да, собрались в своих лесах. Ну, спешить особо сейчас некуда. Вот он, аганимчик летит Рею. Да, есть аганим. Ты 16-й левел, чуть не остается еще. Жалко, не 16-й. Я думаю, успеет получить. Ну да, там 40 урона, это много. Да не успеет, у него 450 экспы, это дофига. Надо фармить через леса, вот тут тупо лес зафармить. Еще там, ну иди фарми. Нет, он не хочет. Так, ну и до минуты до Рошана, это ключевой будет момент в первой игре. Их NLG очень красно спидпушит, они не могут сейчас на Рошана пойти, потому что... Они их будут разводить на спидпуш, потом Рошан появится, а NLG сами пойдут забирать Рошана. Им нужно топ обязательно отбивать за медведем, потому что если они не будут отбивать, упадет рейнджовый барак. Это будет еще хуже. Их будут постоянно на длинной линии давить крипы. Да, тут вот уже заходят. Да, Рубик. Опять этот Рубик, который разводит. Угу. И алхимик там уже заряжает банку. Вот алхимик прибежал, а вот, а видишь, что делают NLG? Они чекают Рошана. И сейчас опять то же самое будет. Вверх отпушат. Сейчас на мине могут кирокоптеры все забрать. Возвращай, разводи на БКБ. Ох, развели. Развели, но сейчас главное теперь не верить самим. Фурстав, еще один фурстав. И все-таки, нет, не попадает, ставится ракеточка. Тем временем Драка, Сларк находит, Вайпер разбивает лицо. Еще один стан, Вайпер втанковывает просто все. Еще и ульт Бестмастера залетает в алхимика, но его тут же прячут. Алхимик все еще в стане. Вайпер уже нет меки, нужно кидать ульт, он уже откинул. В итоге Вайпера срубили, Сларк убивает Вич-доктора. Сларк продолжает здесь рубиться, стан в Сларка. Сларку нужно паунсом каким-то образом уходить. Сларка не могут просветить. Тускара забирает Бестмастер. Бестмастер зажат в углу, Бестмастер зажимает химик. Сларк собрал юзлесс артефакт. Зачем он собрал баттерфляй? Ты не дамажишь, парень, вообще. Тебе нужно было собрать МКБ. Ты не можешь этого гирокоптера пробить. Зачем тебе этот баттерфляй нужен? Ну, он его уже очень давно купил, на самом деле. Ну, такое. Вот еще и БКБ он купил, кстати говоря. Которая прилетела в драку. И тем временем смотрим, а что у нас по ТП? У алхимика есть травела? Да, алхимик пошел. Сларк уже здесь. Сларк начинает биться с химиком, но мне кажется, это неравная битва. Хотя Сларк уже настилил ловкости, и очень неплохо настилил ловкости. Он продолжает с каждым новым ударом воровать все больше и больше. Побей, Тау, побей барак, ты что, ты боишься, у тебя ульта сейчас открыта, барак бы побил спокойно. Не стал, возвращается. Хотя на самом деле гирокоптер был без ТП, и Абадон был без ТП. Никто вообще не мог ему ничем помешать. Ну, забрал бы барак просто, на глиф бы развил хотя бы. А он с таким количеством стаков мог бы этому алхимику еще здесь объяснить. Да, он 30 гила. Наворовал, ну, то есть не 87 ловкости у него прибавилось, а 29 статов он наворовал. 87 ловкости, офигеть. Вот это статы. Просто... Баттерфляй дает 30 ловкости. Да. Это 3 баттерфляя по ловкости. Ну, практически... Ну, как две бабочки практически полных, вот так вот, по эффективности. Это так, да. Это очень много.
Тем не менее, Аегис достается команде Danish Beers, они опять отрываются, но в этой игре все еще ничего не понятно, потому что у них все-таки нет двух сторон, им нужно собраться уже каким-то единым кулаком. Очень сильный алхимик, просто, ну, очень сильный алхимик. Сейчас еще Муншарт можно съедать, я думаю, так он и сделает, нет? Можно съедать Муншарт, а можно купить еще себе МКБ тоже. Продать какой-то из артефактов. Ну, не стал этого делать. Пока нет, потом да. Надо заменить потом. У тебя есть и рука, есть и Сенджин Яша. Так, собственно, Геракофт покупает Травела также. И несмотря на то, что вроде как у нас... Так, Тусик находит. Ультимейт в него не решаются скастовать. Ульт Геракоптера. Отправляют Геракоптера назад, очень далеко. Химик пытается выкинуть банку. 3 секунды. Себе... Ну, апотик шилд. Просто НЛЖ бегают и просто уже сплитпушат со всех сторон. Как же они сплитпушат? Просто мастера сплитпуша 99 уровня. Да, остается один Рубик. Как и в прошлой игре. Очень похоже. Только в прошлой игре. Он все будет развлекать здесь. Форстав. Поднять сейчас, выкинет куда-нибудь на пол, вообще закинет. Просто ТП. Вот это нормально, ему Геракоптер объяснил. На комбо закинул лучше. Так, а тем временем у нас стоит в позиции Пист, он прячется. Сейчас Апотик Шилд. Да, взрывает, Апотик Шилд тут же использован. Ну что, Бэкдор защита отключена или нет? Вот в чем вопрос. Сларк сломал Тауэр снизу. Так, идут драться против Сларка, дают ему Эбиса, Сларка забирают, в этот момент Пистмастер. Смотри, смотри, кабан что делает, смотри, смотри, мышь. Альянсы, прием. Да, кабан остался они один. Они не видят, что он падает, он просто, он добьет барак. Никто Всё, не видит увидели. Вообще. Никто не видит, кто видит. А, Пистмастер. Пистмастер щелкнул, смотрите, что я делаю, пацаны, чем мучу. Все. Кручу, упал. Кручу, как хочу. И бэкдор защиты была отключена, потому что он зашел туда с крипами и спокойно его сломал. В итоге минус две стороны полностью. Хотя нет, еще здесь казармы магов на миде. Полторы стороны есть. Но все равно еще ничего не решено. Да, Сларку, возможно, придется выкупаться. Здесь есть все еще Аегис. Все еще есть Цир на Абадоне. А, тут 5 на 5 против Танеш Бирс трудно драться. И нету Тусика. Но у него сейчас откатят Тервела. Он уже готов. Да, крипов нету, заходить тяжело. Ну, надо как-то заходить, стараться, пытаться что-то уничтожать. Ракетчик, Сларк. Потихонечку, потихонечку так бараки будут падать. Да, заходит. Вайпер очень-очень больно наяривает. Запрыгивает за ним Тусик. Форстав, в итоге Тусик тауэр накатывается. Тауэр урок, не надо никуда идти, тауэр просто сломать, бить по тауру. Мека возвращают Тусика. Тусик бедный, несчастный. Тусика изничтожают. Минус Тусик, ой, минус гем. Эйс настреливает. Ой, эйс остановили. Ой, Абадон добил. Тупо с форстав заехал. И тем временем Сларка бьют. Сларка бьют, у него уже нет ульта, у него есть паунс, он пытается уйти. Бежит. Сларк, последняя тычка. Ой, какой бодиблок, боже мой. В итоге забирают Бестмастера. Бестмастер пожертвовал ценой собственной жизни. Байбекается Бестмастер. Но алхимик здесь просто фуловый, чем его убивать, непонятно. Вайпер. Бестмастер очень грамотно сделал, потому что Сларка не было байбека. Если бы он умер, это был ГГ сразу. Так, а должны... так еще можно подраться, отбиться как-то. Должны добивать Гирыча, Сларк все еще здесь, у него все еще нет байбека. Сларк без ультимейта, под Маледиктом 4 уровня, это вообще опасно сейчас. Может вообще умереть. Гирыч уже минус. Так, есть флэг, флэгом настреливает, вайпер дает ему ультимейт. Фокусит вайпера, ультимейт от Геракоптера, ни в кого не попадает, банку выкидывает Рубик перед смертью, умирает вайпер, но здесь же Сларк уже очень много стаков наворовал, Сларк бежит с Геракоптером, Геракоптера закидывают в инвиз, Геракоптера спасают, остается Химик, Химика добивают. Господи, что за замеса Сларк, он мог раньше прийти и забрать Геракоптера и всех. Возвращают еще Вещдоктора, не дают ему уйти, забирают Вещдоктора, летит сюда Бестмастер, отменяет ТП. Забрали гем, забрали в итоге довольно много героев соперника, несмотря на два байбека, еще потеряли только 64 монеты. Ну, в общем, мало чего потеряли. Барак упал, да. Это из минусов, и Геракоптер тоже покупает себе башерочек. Правильно. Еще один супер башер.
Боже, за что у нас сегодня такие игры? Да ладно, нормально, веселый дот. Это жесть какая-то. 49 в смысле, минут. То, что я комментирую обычно, для меня это в радость вообще. Да, там обычно все жестче, да? Короче, так, еще пару слов тебе расскажу, как играют вообще в американскую доту. Там не происходит ровно счетом ничего. Ну, парни там погангуют друг друга чуть-чуть, вот, потом начинают себя фармить. Забирают рошанов, просто дальше фармят, графики в нуле. Ничего не предвещает беды. И просто в одном прекрасный момент отдается один, два или три героя. Просто так. Это даже не через смог было. Вот просто так на пустом месте отдается. И так заканчиваются игры. Потом идут. У байбеков, как всегда, нету. Там все они эти шмотки в стэш обычно собирают. И на байбек ничего не оставляют. Вот. Сносится одна, вторая, третья сторона ГГ. И так заканчивается 80% игр. Да. Ну, тут я сразу прям почувствовал радость. Что у нас все-таки все так. Да, тут, конечно, ну, видно, что очень непросто датским медведям. Их со всех сторон разрывают эти кабаны, машины, сплитпушащие. И им буквально вот одна ошибка, и они останутся без базы. Да и, в принципе, одна ошибка на LG Gaming, они останутся без базы. Здесь огромное преимущество есть у Danish Beers, разве что по графикам. Но опять же, и оно, его можно отыграть на такой минуте. Ситуация вообще ровная, да, если не смотреть на эти графики, где пятнашку там выигрывают ребята из Дании, то барков-то нету и одной, и у другой стороны по три. Здесь очень важно с Ларку вот затяжную драку. Если драка затягивается, он может наворовать себе там хотя бы 20 стаков. Ему нужен, ему нужен МКБ. Он без МКБ плох. Ему вот этот гем нужно выбросить и МКБшечку сделать. Сейчас побегать, варды позбивать. Ну, он реально, ну как он с гирокоптером драться будет? Да, там уже и Эбисал скоро у Гирыча. Гирокоптер в Саляндру убьет. И как с Алхимиком драться с его скоростью атаки? Вообще, да. Вот уже Эбисал готов. И чего? Ну, ему дэмэдж какой-то нужен, потому что у него дэмэджа вообще нет. У него дэмэдж 250, да, это вычитаем все арморы. Вон, алхимик сопротивление физическому урону 64, гирокоптер сопротивление физическому урону 59. Это у него атака, значит, 250, ну, половину срезаем, он там по сотке бьет, считай, да? Еще треть из этого мажет, даже больше. Да, еще мажет. Что это такое? Как он эти пробивать будет? С трудом. Ну, в итоге бестмастер у нас идет сплитпушит в очередной раз, у него травела. У нас уже у всех почти травела. Травела у... четверых игроков команды Danish Beers, кроме Вичдоктора, все с траволами. Травола у Бестмастера. Ну, короче, 5 траволов у нас есть в игре. И это только начало. Рошан появится через пару минут. МКБ. Я думаю, на нем будет ключевая драка. Так, МКБ вместо чего? Вместо... Армлета. Вместо армлета купил. Ну да, МКБ хотя, здесь... Черт. Лес, лесу сейчас встрять могут. Нашли. Ой-ой-ой. Какой хороший блинк был. Да, но уходят. Цеплять опять нечем. Сейчас будут все разводить, все разбегутся там по своим норам и растпшатся. Все. Классный смог. Все, просто... уже на топе. Да, Дисраптор делает ТП вообще откуда-то из-за текстур, по-моему, карты. Уже все отбивает, уже все сплитпушит. ДД валяется на топе. Кстати говоря, идеальный сейчас момент для того, чтобы вот как раз-таки развести, ну, все линии побить, спокойно отступить на базу, задефаться против пятерых, и после этого идти на Рошана, потому что две линии пушатся. Вот уже крипы бегут. Рошан появляется очень скоро, буквально вот 10 секунд, 20 секунд. Да, Бестмастер пушит топ. Кабаны вот эти пушит. Вперед в атаку пошли. Очень больно наяривают кабаны, еще и Владмир, и птицу. И причем линия у NLG сильнее, потому что парак еще стоит у NLG, и крип-маги, они сильнее, их идет, вон там 4 штуки, плюс и кабаны. И каты. Каты тоже сильнее вроде как. Так, все, увидели, моментально Рошан надо чекать идти. Просто моментально. Пошли чекать Рошана. Рошан появляется в этот самый момент. И сейчас прикинь, он выходит, он появляется, смотри. Да, вот он, говорит, Рошан-то. Но уже не успевают. Да, да. Все, надо валить. Медведи. Уходят. Они сами могут забирать.
на самом деле, сами могут забирать спокойно. Под минус арморами, всеми под керасами, просто тупо замесить его в секунду. Да, так, так, так и будут, забирают Рошана, никто сюда не хочет идти драться. Так, нашли кого-то. Это Рубик. Рубик, каски. Все, Рошан точно упадет сейчас в сторону Даниш Берс, если его не заснечат. НЛЖ, а снечить, снечить, снечить. Есть чем у нас снечить? Может только без мастерства, блинка, какой-нибудь сларк. Но вряд ли будут только не рисковать. Пойдут. Нельзя только байбеками сейчас торговать. Ну и чего, это ГГ. Ну, как бы не ГГ, но драться 5 на 5 уже теперь точно нереально. Химик убьет Сларка. Ой-ой-ой, да ладно. Ну чуть-чуть он поспешил с этой банкой, по-моему. Чуть-чуть. Вот доли секунды еще не хватило, и банка бы подзарядилась. Ну, АТП-шится к своим ребятам, наверное, или просто тупо идти по этой линии. Ну, вообще... Бестмастер опять на своей позиции. Да, Бестмастер уже и делает ТП гирокоптер и заставляет отступить. Причем он сюда пришел пешком, он начинает бить этот барак. Ой, тут, тут МКБшка избивает. Боже, манты какой... сбивает. Господи, какой есть красавчик. Он еще посбил МКБшкой, еще не дал мантой, задоджил этот рор. Красавец. Да. Очень сейчас плохо. 25 секунд спокойно подождать, отпушить эту линию по максимуму, потому что Бестмастер не будет байбекаться до последнего. Чтобы его ребята сейчас какую-нибудь линию подавили, он эту линию тоже подавит, и просто к своим ребятам тпшится, а они пушат. Вынуждаю Бестмастера все равно байбекнуться. Химик уже купил себе муншарт, у него 6000, он идет. Он заряжает на этот раз банку заранее, и в этот раз он не допустит эту ошибку, да. Тут банка уже зарядилась так, что... Минус 2 байбека. Будет. А там еще Аегисы. Аегисы, сыры, у вещдокторов там всякие аганимчики. Сейчас. Ой, сейчас. Я думаю, это последний пуш. Да, ну я не знаю, как этого алхимика остановить. У него, в принципе, все. Вот только его ульта подождать. Да, сейчас еще. 15 секунд колдаун ульты. Подождать просто. Все, все линии тут. Все хорошо. Ну, просто, просто надо дикий. Зайти спокойно и хорошо подраться за, него, за третью сторону. У него даже без ульта 2 атаки в секунду. С ультом там их, наверное, 3 или 4 он делает. Если не больше. Да. Ну, он максимум может 6 в этом патче. Это же вообще дикость какая-то. 6 атак в секунду. Ну что, время на рампуте. Давай, алхимик. Пингвинчик. Включай. Так, ну, цепляют ну, здесь ну, не продавайте так немножко. Зачем вот столько хп терять? Да, Тусик здесь. И Тусик еще... А ой, зачем сноубол так рано Тусик катиться? Тусик укатился. А зачем так рано катиться? Мы сноуболе посидели. Все, минус, минус Аегис. Гир еще бьет. Гир еще больно, он неплохо расстреливает всех. Но... Спокойно, как крипов делать надо. На все коцаны. И ракеточка влетает в Сларк, он не успевает нажать свой ультимейт. И у него нету байбека, потому что он уже байбекался. Додавил алхимик, додавил все-таки. Да, ГГ. Ну что, датские медведи, ну они получше смотрелись, конечно, сплитпушили неплохо на Logic Gaming, но слишком много ошибок допускали. У них сплитпуш такого жесткого нет, какого-то ярко выраженного, это не Бестмастер, который там с каванами, с умонами своими может сплитпушить, как Сларк тоже, с регулярным своим нюком. Ну, такой хорош замесик. Да, 57 минут, 1-0 в пользу Danish Beers. Мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся ко второй игре этого... жесткого матча.